закончилась подготовка, быстрее бы сесть в ракету и наконец заняться работой. Потому что первый, второй полет, да, вот старший товарищ рассказывает, что в любой полет самая долгожданная минута, это минута, когда начинает работать двигатель первой ступени. Когда экипаж сидит уже в корабле, люки закрыты, и ты понимаешь, что вот все, двигатели заработали, и вот начиная с этой секунды полет уже начался. Что бы ни случилось, ты уже в полете. Ну, даже если сейчас работает система аварийного спасения, но тем не менее твой полет уже все равно начался.